В этом зале любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается, ожидая сигнала, что российский президент готов к встрече. Для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастянулось. Эрдоган молчит и смотрит в одну точку, лишь изредка переводит взгляд в другую сторону. Министр иностранных дел Чавушоглу следит за временем и начинает рассматривать зал, в котором оказалась делегация. То же делает и зять Эрдогана, министр финансов. Министр обороны Турции, поправив свой галстук, оценил и внешний вид окружающих. И вот Эрдоган делает шаг вперед. Аккуратно и незаметно за ним делают шаг и остальные. Подходит к концу уже вторая минута ожидания в этом зале.